Незамужняя учительница. Реальная история. Одна учительница медресе, которая была очень красивой и достойной, была незамужней. Однажды коллеги по работе ее спросили: «Почему ты не выходишь замуж, хотя очень красива и воспитана?» В ответ на это она рассказала следующую историю. Была одна женщина, и у нее было 5 дочерей. И она была в положении на 6-го ребенка. И ей пригрозил муж, что если она и в этот раз родит девочку, то он избавится от нее. И получилось так, что родилась девочка. Муж взял эту девочку и перед утренним азаном положил ее у дверей мечети. После ночного намаза он обнаружил ее на том же месте и взял домой. А на следующий день поступил так же и опять обнаружил, что ее никто не забрал. Потом это надоело отцу, и он оставил дочь, и тем самым очень сильно обрадовал ее мать. Через год мать снова забеременела. И снова была та же ситуация с мужем, но на этот раз она родила сына. А после его рождения умерла его старшая дочь. Затем она опять забеременела и опять родила сына. И умерла вторая дочь. Так родилось 5 сыновей и умерло 5 дочерей. И из дочерей осталась жива только 6-я. Затем умерла мать, а сыновья и дочь выросли. «А знаете ли вы, кто эта 6-я дочь?» – спросила учительница. «Это я. И я не выхожу замуж, потому что мне приходится каждый день ухаживать за отцом. А мои братья, некоторые из них навещают его раз в месяц, а некоторые раз в 2 месяца. А отец каждый день плачет, жалея о том, что сделал со мной. Пречист Аллах! Как удивительно он распорядился!»